Добрый день, дорогие друзья! Это видео будет о погоде. Заодно поздравлю вас с наступающим Новым годом. Итак, о погоде в городе Барнауле. Меня сегодня опять раскритиковали за вчерашнее видео о погоде. Но я вам скажу так, у нас сегодня минус 38 градусов. Холодина неимоверная. Прям такие холодина. Хотя светит солнышко, но что-то солнце не совсем греет. Ну не знаю, вот по сообщениям синоптиков. Да. Аж горло перехватывает. Томский минус 23, там что-то полегчало. Может, у нас полегчает скоро. Но пока ничем хорошим не могу вас обрадовать. Только что с наступающим Новым годом поздравить всех. Пожелать всем здоровья, сибирского, кавказского долголетия. Ну, я так думаю, морозы должны спать. Ну, чего уж так. На спад пойдет. Чего уж так, минус 38, серьезно. Заявка на успех. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. До 1000 осталось 140 подписчиков. А сейчас с Новым годом, дорогие друзья!